Всем привет! Меня зовут Ольга, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такую вот тыковку, которую можно будет одеть как колпачок на вашу ручку или карандаш. Ну что ж, давайте начнем! В этом видеоуроке для плетения вот такой тыковки мы уже будем использовать вот такой вот мини-станочек, называется он Monster Tail. Вы также можете взять и обычный станок, потому что нам для плетения понадобится всего лишь 6 столбиков. Итак, давайте приступим. Возьмем одну оранжевую резинку и накинем на 2 столбика, перекрутив восьмеркой. И мы также оденем резиночки, все остальные на остальные столбики. То есть вот так вот будем перекручивать их восьмерочкой. На эти 2 столбика. На вот эти столбики. На следующий столбик. И так по кругу одеваем наши резинки. И на эти вот столбики. Так вот. Затем мы возьмем также оранжевые резиночки. Эти мы немножечко спустим вниз. И накинем следующие резиночки. Уже накидываем просто на 2 столбика. Накинем их по кругу. Так, и снимаем также пару нижних резиночек с каждого столбика. Переворачиваем станок и скидываем с этих столбиков по паре резиночек. Опускаем резиночки. Накидываем следующий ряд. Скидываем пару резиночек. Переворачиваем станок и скидываем. И с этих столбиков. Так. Накидываем еще один ряд. Скидываем нижние пары резиночек. Переворачиваем станок и давайте еще один ряд накинем резиночки. Скидываем нижние пары резиночек. И давайте накинем еще один ряд. И теперь мы должны будем накинуть черную резиночку. Я вам покажу как. Немножечко, конечно, сложновато вам будет, но я думаю, все с этим справятся. Значит, берем черную резиночку и накидываем на крайний правый столбик. Затем мы возьмем, заведем крючок. Вот так вот изнутри, вот так захватим эту черную резиночку
так вниз ее проденем. Затем мы эту резиночку черную накинем на палец. Так. И теперь заведем крючок вот так же вовнутрь, с этой стороны. И вытянем эту черную резиночку. И теперь мы эту черную резиночку накинем на вот этот вот столбик. Это у нас должна получиться улыбка. И теперь мы уже скидываем нижнюю пару резинок. Вот эту вот пару. Вот эту пару. Вот эту пару. И с другой стороны. Эти черные резиночки мы так немножечко наверху так приподнимем. Так. Затем мы накидываем снова ряд резиночек. И теперь мы скинем нижние наши резиночки. На крайнем правом столбике у нас будет 3 резиночки, 2 оранжевых, 1 черная. На среднем столбике у нас будет 2 оранжевых резиночки. На крайнем левом столбике у нас 3 резиночки, 2 оранжевых, 1 черная. И по паре резиночек теперь с другой стороны. Вот так вот. Затем мы сформируем глазки нашей тыковки. Возьмем одну черную резиночку, накинем на крючок, прокрутив 4 оборота. Раз, два, три, 4. Теперь накидываем одну оранжевую резиночку и скидываем на нее наши черные резинки. Вот. И эту резиночку мы накинем на 2 столбика. На крайний левый столбик и на средний столбик. Вот здесь. Давайте второй глазик сделаем. Снова берем черную резиночку, накидываем на крючок, прокручиваем 4 оборота. Раз, два, три, 4, чтобы у нас 4 резиночки получилось. Берем одну оранжевую резиночку и на нее мы теперь скидываем черные резинки. Вот так вот. Теперь эту резиночку мы накидываем на средний столбик и на крайний правый столбик. Вот так вот. И на остальные вот эти наши столбики мы накидываем просто оранжевую резиночку. На вот эти 2 столбика. На эти столбики. Сюда и вот сюда. И теперь мы скидываем нижнюю пару оранжевых резинок. Спускаем вниз. Теперь мы накидываем еще один ряд резиночек. И скидываем нижнюю пару резинок. Так вот. Затем мы перекидываем резиночки все на противоположные столбики. Так вот. И эти резиночки мы сейчас снимем на крючок с крайнего
правого столбика, со среднего столбика и с крайнего левого столбика. Вот у нас резиночки сейчас на крючке. Мы теперь должны сделать ему вот такой вот хвостик зелененького цвета. Берем зеленую резиночку и прокручиваем в 2 оборота вот так вокруг пальчиков. Захватываем крючком и протягиваем через все наши резиночки. Так, второй конец зеленых резиночек на крючок. Снова берем одну зеленую резинку, накручиваем 2 оборота на пальчики, накидываем на крючок, протягиваем через зеленые резиночки. Еще одну резиночку мы накинем, прокрутим 2 оборота и протянем через зеленые резинки. И последнюю накидываем зеленую резинку, прокручиваем 2 оборота, продеваем через резинки, и теперь мы можем затянуть петельку. Мы затягиваем петельку, продевая одни резиночки через другие вот так с внутренней стороны, и затягиваем на узелочек. Вот наша тыковка готова, только она у нас такая получилась вытянутая. Сейчас мы ей придадим форму. Мы заправим вот эту нашу юбочку, которая у нас получилась, вовнутрь. Вот я уже и заправила нашу тыковку. И теперь мы можем одеть ее на карандаш или на ручку. В данном случае у меня есть ручка. Я ее так вот одену, и вот он, и вот наша тыковка готова. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Пока-пока.